Ну, вот вы здесь оказались, в этой части времени, пространства, жизни своей и так далее, не потому, что вы сознательно принимали такие решения, а потому, что вы оказались вот в некой такой условной аэродинамической трубе, где есть ваш мозг с его особенностями, спецификой, количеством нервно-психического напряжения, которое он вырабатывает. Есть ваш опыт, который запечатлен в этом мозгу. И есть внешние обстоятельства, которые воздействуют на мозг, уже запрограммированный вашим жизненным опытом. И да, вся эта совокупность вещей, она в конечном итоге выталкивает вас туда, где вы находитесь. И испытывать по этому поводу какое-то отчаяние или какой-то ужас, вот, ну, бессмысленно, потому что ну, вы же только что жили без ужаса. Он в связи с чем должен у вас появиться, все же ничего не поменял.